Я начинаю с тобой диалог, Древний Восток. Ты и пустыни, угрюмый песок, Древний Восток. Розы миров, золотой лепесток, Древний Восток. Истин Корана, возвышенный слог, Древний Восток. Тайн и великих загадок исток, Древний Восток. Нежен, как лань, и как тигр жесток, Древний Восток. Лишь о тебе караван моих строк, Древний Восток. Представьте себе, погруженный во мрак ночи, роскошный восточный дворец. Представили? Представьте себе роскошное восточное ложе, на котором забылся в тревожном сне великий властелин. Представили? А теперь представьте, что властелин с душераздирающим криком просыпается и, вытаращив глаза, в ужасе оглядывается по сторонам. Где я? В кромешном аду? На кровати ли? В спальню? Немедленно! Снов толковать ли? Стражники вталкивают в спальню властелина трех заспанных, полураздетых толкователей снов. И властелин начинает рассказ про свой вещий сон. Зеленая рука, она все ближе-ближе. Кровавую ладонь, когтищи пальцы вижу. Хочу бежать, но нет, не в силах сделать шага. А рядом за стеной зловещий хохот мага. Великий властелин, я так соображаю. Зеленая рука к большому урожаю. А хохот, хохот он к веселому. Нечестивый лжец, я продолжаю с болью. Луна, дворцовый сад, на ветке феникс птица. Но что я вижу? Вор украсть ее стремится. Эй, стража, взять его! О, как же я несчастен! Хочу кричать! Он зримо говорит твои напрасные страхи. Вор, птица и луна к рождению сына снятся. Вот радость, радость какая! Уйди, уйди,
коль с головой не хочешь ты расстаться. Огонь, кругом огонь, куда-то люди делись. Лишь факелом горит святая птица Феникс. Хочу ее спасти в огонь, как лев бросаюсь. На лбу холодный пот, ах, ах, я в страхе просыпаюсь. Великий властелин, мне Божий дар отпущен. Ответ на твой вопрос нашел в кофейной гуще. Жалкие льстецы мне не нужны отныне. Третий толкователь снов, пятясь и кланяясь, удаляется в ту же потайную дверь, за которой скрылись его незадачливые коллеги. В глубокой задумчивости придет властелин по сложным дворцовым переходам. И вот он оказывается в изумрудной зале, посреди которой возвышается золотая клетка со священной птицей Феникс. Лишь ей одной известны тайны людских судеб. Свыше знак. Я чувствую, из-за высоких гор в мои владения вторгся низкий вор. Но властелин судьбой не примирится. Я не отдам тебя, о Феникс-птица. Слова. 100 000 динаров, одна голова. Спешите, спешите.
базарной площади движется несколько девушек-служанок. Среди них Фатима. Ее лицо скрывает паранджа, и не сразу багдадский вор узнает в ней свою соседку, с которой они были дружны в детстве. Не увидит наши глаз ни один прохожий. В черном теле держит нас, мы на тень похожи. Фатима, это ты, Фатима? Постой же, Фатима. Служим знатным богачам, жизнь проходит мимо, и тоскуем по ночам по своим любимым. Твой светлый голос, серебро ручья, его из тысяч ручейков узнаю. А острый меч твоих бровей сразил меня, когда мы были дети. Тебя я, Фатима, за косу дергал, что как смола от финиковой пальмы. Это было вчера, как будто вчера, как будто вчера. На веселом на ветру перышко кружится, не желается перу на песок ложится. Будет перышко скучать на песочке голом, лучше по небу летать на ветру веселом. Детской песенки слова только нам известны, не измелят жернова этих слов небесных. Собирали у реки камешки цветные, сколько их было, и тепло твоей руки я узнал впервые. Фатима, 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 я от тебя, Фатима, без ума. Это сурьма для тебя, Фатима, это тесьма для тебя, Фатима, это хурма для тебя, Фатима, все для тебя. Ты одинока, а если два сердца слить воедино, будет совсем другая картина. О, в нарисованной вами картине нет места для жалкой несчастной рабыни. Как это нет? Положись на меня, в рабстве не будешь томиться ни дня. Я обманул самого казначея, хана, мулу, ювелира, еврея, ростовщика и жену его даже, 40 купцов и начальника стражи. Кто твой хозяин? У всех на виду, я вокруг пальца его обведу. Ты всех провел, я знаю, это так. Но он не человек, он черный маг. Thank you.
Мы в доме черного мага. Здесь царит полумрак. Желтоватый дым стелется вдоль столов, уставленных булькающими колбами и ретортами. На стенах висят мистические картины и пергаменты с каббалическими знаками. На ломберном столике лежат колоды карт. Черный маг склонился над раскрытым, полуистлевшим фолиантом по волнам моей памяти. Входит багдадский вор, переодетый в платье Фатимы. Нет, узнать его совершенно невозможно. Ну, вылитая Фатима. О, черный маг, повелитель вселенной, выслушай слово рабы непрезренной. Скорбную весть я принесла. Ах, Фатима стала жертвой орла. Невероятно, поверишь, едва ли. В лавке мясной нынче печень давали. Только с покупкою вышла бедняга, чтобы попотчевать черного мага. Горный орел, словно ярость небес, молниеносно низвергся с небес. Печень схватил с Фатимою несчастной, смерти такой не видал, не видал ужасной. Упал лишь печенки кусочек, и Фатимы этот самый платочек. Знаю, конечно, что каждый не вечен, только так жалко служанку и печень. Женщина, ты рассказала логично. Про Фатиму, чья судьба так трагична. Стань же моею служанкой на время. Ждет тебя очень нетрудное бремя. Брось в этот таз то, что держишь в руке, и станет близким все. 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 Что вдалеке. Действительно, в волшебном тазу черного мага крупным планом возникла красавица Фатима. Хотя, по правде говоря, одежда багдадского вора ей несколько великовата. Таким образом, хитроумный план нашего героя потерпел неудачу. И черный маг решил всласть поиздеваться над багдадским вором. Бедная женщина, ты уж прости, только меня нелегко провести. Проворство, отвага, все это, тьфу, для великого мага. Вором багдадским вошел в этот дом, выйдешь отсюда багдадским ослом. Продолжаешь брыкаться, видно, ослом не желаешь остаться.
стройная фигура. Все продолжаешь со мной воевать. Видно, плохой тебе хочется стать. Черный маг вошел в раж. Он решил всех жителей Багдада превратить в роботов. Багдадскому же вору он, наоборот, почему-то вернул человеческий облик. Когда наш герой увидел, что стало с городом по его вине, он пришел в полное отчаяние. Прости меня, божественный Багдад, я грешный пред тобою виноват. Свою вину умру, но искуплю. Поверь, Багдад, что я тебя люблю. Прости, прощай, Багдад. Люблю твои тенистые сады, твоих базаров шумные ряды, мечети голубые. Гор, что от снегов бела. Прости, прощай, Багдад. Прости, прощай, Багдад. Кого я вижу? Сам багдадский вор. Садись. Начнем неспешный разговор. О, бедуин, беда стряслась с Багдадом. В нем люди стали бессловесным стадом. Сын мой, от черных чар освободиться помочь сумеет только феникс-птица. Коль птицу феникс ты доставишь мне, жизнь и веселье принесешь стране. Скажи скорее, где ее найти? Возьми башмак и в дальний путь иди. Башмак, хоть деревянный, но чудесный, к пещере приведет в скале отвесной. И если ты действительно герой, башмак в пещере украдешь второй. Когда наденешь оба башмака, взлетишь, как будто ястреб в облака. Я знаю, что твой путь не будет скорым. О, я не зря зовусь багдадским вором. Давай, башмак, горю от нетерпения скорее услышать птицы феникс пенье. Башмак волшебный, дело половина. Не забывай, мой друг, про бедуина. О, черная мать!
бес. Я теперь узнаю тайны небес. Достоин я не роз, а роск, но мне любиться в плаче. Растоплен заблуждений воск, но светит луч удачи. По золотистому лучу пройду-ка над охотцем, святой огонь себе вручу я после встречи с солнцем. Любовь приблизит этот час, дни радости вернутся, и в уголках любимых глаз две искорки зажгутся. Вновь закружится кутерьма веселого базара. Багдадский вор и Фатима, багдадский вор и Фатима, багдадский вор и Фатима. Ну чем тебе не пара? Зажгутся, вновь закружится кутерьма веселого базара. Багдадский вор и Фатима, багдадский вор и Фатима, багдадский вор и Фатима. Ну чем тебе не пара? Thank you.
А теперь пусть ваше богатое воображение перенесет вас в пещеру, наполненную сокровищами. Перенеслись? А теперь вообразите циклопа, прикованного цепью к золотому столбу. Вообразили? Тогда послушаем его самого. Знает каждый циклоп, человек — это клоп. Если только словлю, вмиг один раздавлю. Опа-опа-опа, берегись циклопа. Опа-опа-опа, берегись циклопа. У меня жемчуга словно в поле стога. Здесь в пещере глухой и разбойник лихой, и бродяга хитрец свой отыщут конец. Опа-опа! Берегись циклопа, опа, 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 берегись циклопа, опа, 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 опа. Циклоп так увлекся пением, что не заметил, как багдадский вор проскользнул у него между ног в пещеру, где хранится второй волшебный башмак. Но его тут же стали соблазнять чудесным образом ожившие драгоценности. Представляю я в короне у царя, обитаю ярким пламенем горя. Предо мною иностранные послы, хвосты уши поджимают, как ослы. Царь, конечно же, когда-нибудь умрет, но корона к его сыну перейдет. Пусть помрут и сын, и даже сына сын, лишь бы жил его сиятельство Рубин. Эх, другие бы обстоятельства, извините, ваше сиятельство. Мужчина к женщинам восточным с букетом не ходит цветочным, с жемчугами ожерелье для восточных женщин зелье. Человек идти в гарем может абсолютно нем, лишь бы он подарок нес ожерелье вместо.
Правда, если быть уж точным, то почему к одним восточным? Восток лучом зеленым ранен, я изумруд, я многогранен. Хочу блистать, хочу светиться, чтобы оборачивались лица, чтобы именитые вельможи сдержать бы не сумели дрожи. Человек идти в гарем может абсолютно нем, лишь бы он подарок нес, а жерелье вместо роз. Возьми, возьми меня с собою, твоею стану я судьбою. Рахмат, спасибо, изумруд. Моя судьба висит вот тут. О, видишь, башмак? Наше место во дворцах, где миры и султаны, императоры и ханы. Наше место во дворцах. Багдадский вор все ближе и ближе подбирался к заветному башмаку, но вдруг сработала пещерная сигнализация. И началась погоня! Багдадский вор еле унес ноги, и уставший циклоп уснул. Появляется группа нищих, которых привел багдадский вор, и они тут же начали выступать. Хранитель сокровищ, ценитель искусств, узнайте всю силу нахлынувших чувств. Чтобы отразить восхищение народа, звучит честь циклопа хвалебная ода. Музыка композитора, слова поэта. Знает на свете любой остолоп, кто всех богаче, конечно, циклоп. Кто всех богаче? Последняя фраза. Вот возьмите с алмазами ваза. Вот возьмите с алмазами ваза. Опа, опа. Мы скажем смело, не думавши в лоб, кто всех красивей. Конечно, циклоп. Кто всех красивей? Ты красивый циклоп. Ты красивый циклоп. Как приятна последняя фраза. Прямо слезы от счастья из глаза. Прямо слезы от счастья из глаза. Циклоп растроган, башмак украден. Раз ты поверил в словесный сироп, ты идиот, одноглазый циклоп. Противна последняя фраза, да еще повторили два раза, да
да еще повторили два раза. Это поют охранники. Они расположились у входа в лабиринт. Правоверных повелите Аллах, нас, охранников, храните Аллах. Сделай, чтоб не влез в обитель всемогущего хулитель, не казненный до сих пор Багдадский. И вдруг стражники увидели, что над их головами завис неопознанный летающий субъект. Субъект заговорил неземным голосом. Я посланник халифа, летучий Ахмед. Прилетел, чтоб спасти государство от бед. Птицы Феникс принес от халифа пакет. В нем всех судеб на свете таится секрет. Туда не можем впустить Аллаха, иначе ждет охранников плаха. Не спорит со стражей летучий Ахмед. Вот тайна всех судеб. Держи, дорогой. А птицы... Привет! Подтяните свои подштанники и вдогонку за мной, охранники! Хоть я и за границей, мне обувь помогает стать неуловимой птицей. Что это? Закачался пол. Странные существа. То здесь, то там. Мы не просто мужички, мы не просто мужички, мы вообще не мужички. Мы подземные толчки, но людей когда серчаем, мы свои права качаем. Нет нигде спасения. Ваше дело, бах-трах, ваше дело, швах. Мы не просто мужички, мы не просто мужички, да уж, мы не мужички. Мы подземные толчки, групповаты наши ласки, но полезны людям стряски. Нет нигде спасения от землетрясений. Ваше дело, бах-трах, ваше дело, вах-вах. Наше дело, бах-трах, ваше дело, швах. Мы вообще не мужички.
вообще не мужички. И вот багдадскому вору грозит новое препятствие. На него наезжает цунами. Я возвышаюсь красивой волною, все некрасивы в сравнении со мною. Добрый мой папа, морской сатана, дал мне красивое имя Цуна. Цунами, цунами, цунами. О, как красиво, цунами. Еще у цунами есть мама. Канава Такияма. Теперь уж совсем необычное препятствие. Восточные сладости. Перед восточными сладостями не устоит никто. Куда спешишь, души моей кишмиш? Надо стархан садись, кок-чай покушай. Ты все равно судьбу не обхитришь. Забудь про все и никого не слушай. Ша, шавадуа, шавадуа, о-о-о, шавадуа, ша. Зачем идти куда-то через лес? Ша, шабадуа. В лесу темно, обидеть может всякий. А здесь друзья, рахат, лукум, бекмес. Ша, шабадуа. Аштак-паштак, халва и кузинаки. Восточные сладости принесут столько радости. Хочешь вкусного? Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Кушать подано. Кушать подано. Кушать подано. И багдадский вор не устоял. Сначала он сел на шелковый персидский ковер и хорошо поел. Потом он лег на пуховые подушки и в сладком сне увидел, что птица Феникс у него в руках, и услышал пророческие голоса.
судьбы святая нить. Короче, с каждым днем все началось огнем и кончится огнем. И тут багдадский вор услышал совсем другие голоса. Хвала, хвала великому Аллаху! На этот раз ты дал признаться маху. Ты арестован, ждет тебя позор. Ответишь нам за все, багдадский вор! Состоялся суд, скорый и неправедный. Багдадского вора ведут на казнь. И вот уже мы слышим его последнее слово. К концу подходит наш рассказ. До встречи на том свете. Полезны казни на показ. Должны ж учиться дети, ах, дети, ведь такое вы увидите нечасто. Багдадский вор без головы, а был он головастый. Уж лучше рассекир башка, чем в спину нож из-под тишка. Погибну благородно, раз так судьбе угодно. Прости меня, божественный Багдад, я грешный пред тобою виноват. Но верю, не пришла пора разлук, и мой еще не пройден жизни круг. Но нет, к концу идет рассказ. Героев судьбы кратки. Не перечислить, сколько раз играл со смертью в прятки. И все ж она меня нашла. Окончилась охота, но к ней я не питаю зла. У всех своя работа. Увы, судьбы святую нить нельзя до вечности продлить. Погибну благородно, раз так судьбе угодно. Палач, я вижу, полон сил. Нельзя же портить праздник. Я столько раз себя казнил. Я столько раз себя казнил, так мне ль бояться казни? Обильным плачем плач, багдадский вор. Сейчас палач исполнит приговор. Но прежде чем ты ляжешь на закланье, яви свое последнее желание. Мои грехи не скрою велики, но у меня украли башмаки. А наш обычай издревле таков, что даже в ад нельзя без башмаков. По мановению руки властелина стражники вносят два башмака, не подозревая, что они волшебные. Багдадский вор тут же надевает башмаки и взмывает ввысь, не забыв прихватить золотую клетку с птицей Феникс.
потомок прекраснейших, светоч Багдада, за подвиг тебя ожидает награда. Спасибо тебе, не подвел старика, достал птицу Феникс и два башмака. О, мудрый старик, мне не надо наград, прошу, оживи поскорее Багдад. Ну что ж, раз мы судьбы друг с другом связали, начнется сейчас оживление в зале. Феникс, слова предсказания яви. Для начала срок жизни моей назови. Судьбы святая нить, короче, с каждым днем. Все началось с огня и кончится огнем. О, черный маг, я знаю не из книг, что жить тебе осталось только миг. Ярким факелом вспыхивает священная птица Феникс. Огонь охватывает все вокруг, и в этом очищающем пламени гибнут силы зла. А что же стало с нашим властелином, сон которого оказался вещим? На веселом, на ветру
Девка кружится, эх, не желается перу на песок ложиться. Слышите? Великий властелин явно не в себе. Остается лишь надеяться на искусство придворных целителей. Будет перышко скучать на песочке голом, лучше по небу летать на ветру Феникс бессмертна, ей вечно суждено сгорать, чтобы вновь возрождаться из пепла. Проходит всего несколько мгновений, и возрождение начинается. Лазер, высший класс, изделие фирмы
парах.